Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня мы поговорим с вами и разберем такой интересный канал на ютубе, как Иван Калин 125 Рус, ну или Иван Калинин. Значит, мы узнаем, сколько данный автор канала Иван зарабатывает за месяц на своем YouTube канале, а также узнаем полноценный доход заработка на YouTube за все время существования Ивана. Итак, на данном канале 504 тысячи подписчиков. Последний ролик был загружен на канал один день назад. Ролик набрал 62 тысячи просмотров. Также вот 3 дня назад ролик был загружен на канал, набрал он 88 тысяч просмотров. Еще ролик, вот еще 6 дней назад ролик был загружен на канал, набрал он 88 тысяч просмотров. Также вот еще один вот он ролик, неделю назад был загружен на канал, набрал он 142 тысячи просмотров. То есть ролики на данном канале, 3 ролика в неделю загружает Иван на свой YouTube канал. Что еще могу сказать вам? Смотрите, значит, вот давайте поточнее цифру вам подведу, сколько вообще по роликам вот загружает Иван на свой канал. Итак, 2 недели назад, вот 4 ролика было загружено 2 недели назад на канал Ивана. Вот, 3 недели назад был вообще один ролик только загружен на канал. Хорошо, давайте, значит, посмотрим самые популярные ролики у данного канала. Какие вообще ролики стали популярными, узнаем. И сколько набрали просмотров? Вот смотрите, значит, заброшенное авто. Волга ГАЗ-21, запуск мотора. 6 миллионов 100 тысяч просмотров ролик набрал. 3 года назад был загружен на канал. Также вот еще 2 года назад ролик был загружен на канал. Набрал он 2 миллиона 700 тысяч просмотров. Также вот еще год назад ролик был загружен на канал. Набрал он 1 миллион 600 тысяч просмотров. То есть популярных роликов на данном канале очень много. Достаточно. Самый популярный ролик здесь, это вот оно. Вот он получается, 6 миллионов 100 тысяч просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен на канал. Заброшенное авто, Волга ГАЗ-21, запуск мотора, называется ролик. Кому интересно, можете посмотреть, зайти. Давайте посмотрим старые ролики Ивана. И подведем уже итог вообще, сколько узнаем данному каналу лет. Итак, Иван занимается 3 года своим YouTube каналом, потому что первый ролик был загружен на канал 3 года назад, ролик набрал 3600 просмотров. Часть первая, обзор китайского эндуро Эконик 2016 года. Хорошо, значит, давайте перейдем теперь к статистике о канале и разберем поподробнее статистику. Канал был создан, значит, 27 ноября 2016 года. На данном канале уже 106 миллионов 413 тысяч 735 просмотров. Вот описание. Всем привет, наш канал про авто, мото, обзоры, авторынки, японских авто, помощь в покупке, проверка и отправке авто во Владивостоке. Вот такие, значит, вот такое, значит, интересное описание у данного канала. Хорошо, давайте, значит, теперь перейдем на другой сайт уже и разберем поподробнее информацию данного автора канала. Итак, загрузок видео, значит, у Ивана загружено 503 видеоролика на YouTube, подписчиков 504 тысячи, просмотров видео 106 миллионов 441 тысячи 95 просмотров, канал зарегистрирован в США, тип канала автокресло. Пользователь создан 27 ноября 2016 году. То есть тематика здесь про авто, про автомобили. Общая оценка на 30% за прошлый месяц. Видео просмотров за последний год 1 миллион 563 тысячи. На 5% лучше, чем по месяцу. Также канал стоит от 390 долларов до 6300 долларов в месяц. Но 6300 долларов в YouTube. Начальный заработок данного канала начинается от 391 доллара и более. Давайте сразу переведем это в рубли. 391 доллар умножим на 71 и получим 27 761 рубль. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, Иван Калин заработал за последний месяц на своем YouTube-канале намного куда больше, чем данная цифра. Тематика автомобильная. Здесь за 1000 монетизированных просмотров платят от 4, от 3 долларов и более. Вот. Это не игровая никакая тематика, не развлекательная, где платят от 70 центов и более. Вот. Ну, что, сами подведите даже итоги. Но к этой мы с вами можем вернуться. Точнее, вернемся с вами к этой цифре позже. Давайте пока проведем обзор, одну статистику. Узнаем, сколько вообще на Ивана подписывается за сутки. А также узнаем, сколько Иван набирает просмотров на своем YouTube-канале за сутки также. Итак, сейчас одну секунду. Смотрим на английский язык. Ну, здесь статистика social почему-то фиксировала ежедневные подписки на данный канал. Но вообще за сутки подписываются на канал Ивана по 67 человек. По просмотрам, вот 41 тысяча просмотров за сутки, 78 тысяч просмотров за сутки, 44 тысячи просмотров за сутки, 27 тысяч просмотров за сутки, 22 тысячи просмотров за сутки, 21 тысяча просмотров за сутки. То есть Иван на своем YouTube канале набирает за сутки по
от 52 тысяч просмотров. Вот, и за сутки он зарабатывает от 13 долларов до 208 долларов. Ну, 208 долларов – это очень завышенная цифра. А вот что от 13 долларов и более зарабатывает Иван за сутки, с этим я соглашусь. Так, хорошо, давайте перейдем, значит, теперь в лайв по подписчикам посмотрим, не ошибся ли я. Итак, на данном канале 504 тысячи подписчиков, как я вам сказал ранее. Здесь статистику можно смотреть. Здесь, вернее, статистика обновляется ежесекундно. Здесь можете смотреть как по подписке данную статистику, а также по подписке с данного канала. Вот, кому интересно, можете зайти, смотреть, мониторить. Значит, давайте смотрим теперь на прогноз на будущее. Что ожидает в будущем? Какое развитие произойдет у данного канала? Один год также лет. Значит, через полноценных 12 месяцев на канале Ивана будет 595 841 подписчик. Сейчас, в данный момент, 504 тысячи. И 135 миллионов 873 тысячи 400 просмотров будет. Сейчас же, в данный момент, 106 миллионов. А через 5 лет на канале Ивана будет изменение. Это 959 776 подписчиков станет. И 250 миллионов 571 тысяча 731 просмотр. Вот такие цифры произойдут. Изменения на данном канале произойдут. Итак, хорошо. Давайте, значит, теперь перейдем на другой сайт уже и узнаем, сколько будет Иван 125 РУС на Ютубе. На сегодня, 19 июля 2020 году, канал Иван Калинин заработал. Вот идет подсчет. 6 миллионов 384 тысячи 90 рублей. Это за все время существования на Ютубе. Вот тут обсуждение вот пишут. Видите, красава Иван, хорошие дела делаешь, вот молодец Иван. Ну, всякие гадости тоже пишут. Ну, гадости писать не нужно. Пишите что-нибудь мотивирующее автору. Вот Иван, например, выкладывает на свой YouTube-канал 3 ролика в неделю. Напишите, чтобы выкладывал 5 роликов в неделю, 7 роликов в неделю. Больше человек старался делать контента. Человек-то старается и зарабатывает. Говорится, каждый труд должен быть оплачен. Хорошо, Иван Калинин, 125 РУС, зарабатывает на Ютубе 4796 рублей в день или 143 894 рубля в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 27.11.2016 году. Итак, данный сайт нам говорит, что канал Ивана, зарабатывает 4796 рублей в день или 143 894 рубля в месяц. Но на самом деле, дорогие подписчики, дорогие зрители, вот эта цифра 143 894 рубля, она завышена. Вот. Ну, сейчас с вами это все посчитаем. Давайте, значит, перейдем теперь на сайт, и уже разберем статистику. Сколько же Иван заработал за все последнее? 163 тысячи рублей здесь. Оплачивается очень... Реклама оплачивается, монетизация. За 1000 монетизированных показов от 4 долларов и более. От 3, от 4 долларов и более. Вот. То же самое, как бизнес снимать будет на Ютубе. Также... о заработке рассказывают. Вот. Там монетизированных показов платят огромные деньги. Это не нужны были просто. Вот. Так что, кто хочет завести себе YouTube канал, делайте обзоры, как заработать в интернете. Показывайте это людям и будете также зарабатывать деньги. Вот. Хорошо, значит, давайте. Начальный заработок. Social Blade нам говорит, статистика YouTube, что начальный заработок Ивана от 100 долларов и до 6300 долларов. Ну, как я вам вначале сказал, что 6300 долларов YouTube не платит Ивану. Начальный заработок Ивана составляет от 391 доллара. Мы посчитали, перевели рубли. Это 761 рубль. Ниже суммы Иван не может зарабатывать. Только больше. Ну, смотрите, на данном канале за последний месяц было 1 563 тысячи просмотров. То есть, эта цифра, она очень сильно занижена. Надо 391 умножить на 3, и получим мы 1173 доллара. Переведем это в рубли, умножим на 71, получим 83 283 рубля заработал Иван на своем YouTube-канале за последний месяц. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Также, давайте еще раз вот разделим теперь на 3, извиняюсь, неправильно, 391 умножим на 3, получим. В долларах это 1173 доллара. Вот, в рублях, я уже сказал, это получилось 83 283 рубля. За последний месяц заработал Иван. Ну что еще хочу сказать, давайте уже итоги. Значит, мы узнали, что за все время существования на Ютубе также Иван заработал 6 384 тысячи 93 рубля. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Всем спасибо вам огромное за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши просьбы в комментариях. Я всегда выполняю просьбы подписчиков. Что попросите? Просто
Некоторые подписчики нетерпеливы и просто пишут в комментариях, на какой канал провести обзор, но вы не забывайте, что вы не одни попросили. И у меня список очень огромный, на какие каналы делать обзор. Понимаете? Вот. Ладно, всем спасибо вам за просмотр данного видеоролика. Еще раз повторюсь. Всем пока, до новых встреч.